Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые симферопольцы, здравствуйте, уважаемые гости Симферополя, здравствуйте, уважаемые гости Крыма. У нас сегодня самый знаменательный день в истории, современной истории Крыма, современной истории России, не побоюсь сказать, современной истории всего мира. Сегодня день воссоединения исторического, мощного, нужного всем нам воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Поздравляю вас! Ура! 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 Гимн Российской Федерации. Включите, пожалуйста. Профессиональный ведущий, к сожалению, заболел, поэтому я как руководитель фракции ЛДПР в Симферопольском городском совете заслужил на себя сам такую обязанность повести этот процесс праздника. Немножко истории. Хочу сказать, что очень много республик на планете Земля пытались осуществить то, что получилось у нас. Это и Шотландия, и Северная Ирландия, и Венеция, и Курдистан, и часть Афганистана. Но получилось это только там, где живут и думают по-русски. В честь нашего с вами праздника сейчас выступит группа «Славия». Девочки, вы готовы? Просим. Рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра. Человеку много надо, у него на сердце радость, он смеется снегопаду, солнцу в небе и ветра. Жизнь длиннее, чтобы жадать, чтоб не тянуть.
Извините, хочу предоставить слово депутату Судакского городского совета и члену Градиционного совета Крымского регионального отделения Болтунову Владимиру. Здравствуйте, Стас Владимир. Здравствуйте, Симферополь. В современной истории прошло уникальное событие. Для того, чтобы определились, нам понадобилось всего лишь два дня. 16-го мы приняли решение и ушли с Украины. 18-го нас уже приняла Россия, с чем я вас и поздравляю. Моисею для этого понадобилось 40 лет, чтобы его народ определился с тем местом, где он будет, и с тем, с чем они хотят жить. Но надо не забывать, что с нашим объединением с Россией, у России существуют на сегодняшний день еще и проблемы. Поэтому крымчане должны об этом помнить и знать, что мы сегодня являемся орденом России, ихним малым талисманом. Ответить должны мы для россиян нашим пониманием ситуации, терпением, хорошей работой. Мы отблагодарим им за это все нашим солнцем, радушием и морем. Спасибо, с праздником. Слышу на сцену группу «Славя» Лена, Лена и Оксана. Ночкой звездную. Ты парень ветреный, а я серьезная. Милый скажет проводить, проводить можно, а? Скажет поцелуй. Это невозможно. Садись, я хочу, чтоб ты мне одной был рад, ты не смел залететь ни на каких девчат. Садовщики, сады зеленые, а на скамеечке сидят влюбленные. Садовщики, сады зеленые, а на скамеечке. Хочу поговорить немного о грустном. Помните февраль 2014 года? Помните, как это все было напряженно, но это нас объединило, и это на самом деле все здорово. Владимир Вольфович Жириновский, тот человек, кто первым из всего состава Государственной Думы России прибыл на землю Крыма, он поистине русский человек, он не испугался. Хоть митинг он и провел в Севастополе, а не в Симферополе, но от этого значимость не ушла. Та команда, которая прибыла вместе с ним, их фамилии уже можно называть. Главный был это депутат 6-го и 7-го созыва Государственной Думы Российской Федерации Слуцкий Леонид, герой-афганец. Они подставили нам плечо свое русское, они были рядом. Слава Жириновскому! Слава ЛДПР! Ура! Русские поистине никогда своих не бросают. И единственная партия, которая защищает интересы русских, это Либерально-демократическая партия России. Хочу предоставить слово члену Координационного совета Крымского регионального отделения и депутату Феодосийского городского совета Волкову Николаю. Прошу на сцену.
Здравствуйте, друзья! Либерально-демократическая партия России, Крымское региональное отделение поздравляет всех вас, симферопольцев, крымчан, гостей нашей республики с великим праздником! В 2014 году мы, крымчане, все вместе сделали невозможное. Мы по всему Крыму подняли российские флаги и осуществили свою мечту. Мы, крымчане, сделали из особого материала. Мы как титан. Сильные, несгибаемые, твердые и легкие на подъем. Когда бы тяжело не было нашей родине, мы, крымчане, поднимем знамена и выйдем вперед на ее защиту. 2014 год. Год начала великой крымской весны. Весны по всей России. Мы начали ее с нашей республики. Сотни лет от нашей великой родины отрывали куски. Территорию за территорией разрывали на части. Ельцин и Горбачев предали наше государство и пытались уничтожить его, разорвать на все республики на части. И именно с нашего Крыма началось объединение великих русских земель. Другого не было. Россия и русские люди должны объединяться. Сегодня у нашей республики есть сложности. Часто спрашивают, стало лучше или нет. Но мы в 2014 году все крымчане голосовали не за худшее и лучшее. Мы голосовали за нашу великую родину, за ее единство и за великую победу. Я еще раз хочу поздравить всех. Я горд тем, что я крымчанин, горд тем, что я русский человек, и горжусь с вами, мои соотечественники. Я вас люблю, уважаю и всегда буду верен принципам. Владимир Вольфович Жириновский, наш вождь, принципиальный и несгибаемый человек, с которого все мы берем пример. Неустанно с 90-х годов до сегодняшнего дня принципиальной линией нашей партии он вел и ведет направление по объединению русских земель. Всегда здесь, в Крыму, работала партийная организация ЛДПР. Ее преследовали, закрывали, начиная с партии ЛДП и до сегодняшнего дня. И сегодня знамена ЛДПР по праву в этой республике появились первыми и будут всегда здесь вести ведущую роль в осуществлении политики. Ура, товарищи! Всех с праздником! Ура! Хочу пригласить на сцену очаровательных выступающих сестры Вишки. Спасибо. Ночной свет.
русские очень особые люди. Как сказал недавно один знакомый немец, говорит, мы вас очень сильно боимся. Я говорю, почему? Говорит, а вот в отличие от нас, говорит, у вас, у русских, нет чувства самосохранения. Тогда, говорит, когда мы, немцы, уже сидим по домам и куда-то убегаем, то вы, говорит, берете все, что у вас есть под руками и идете навстречу опасности. Я говорю, ну так учитесь у нас, и вы тогда будете свободны, как мы. Или как говорил наш великий вождь Владимир Вольфович Жириновский, говорит, никогда не мучайте детей, говорит, английским языком, говорит, перестаньте. Лучше, говорит, научите их собирать и разбирать автомат Калашникова, и скоро весь мир заговорит по-русски. Это ж на самом деле так просто. Хочу позвать на сцену Антонину Аверьянову, лауреата многочисленных конкурсов всевозможных. Перечень долгий. Российской Федерации Либерально-демократическая партия России одержала убедительную победу. Благодаря этой победе Павел Валентинович Шпиров, первый координатор Крымского регионального отделения ЛДПР, стал депутатом Государственной Думы. Сейчас он находится на пленарных заседаниях, поэтому не может быть вместе с нами, и просил передать от его имени пламенный привет и поздравить всех крымчан великим праздником, великим воссоединением Крыма с Российской Федерацией. Ура! Спасибо. Верьте, вся быстрее.
еще хочу сегодня пару слов о нас, русских, сказать. Есть такая притча, как жила-была одна стая волчья. И вот когда наступали голодные времена, время от времени, вожак стаи отправлял на тропу, где ходят люди, чтобы они людьми подкрепились. И вот отправил он свою стаю, она вернулась сытая, довольная, говорит, ну как, подкрепились, да, все в порядке. Проходит еще лет 5-6, опять настают голодные. И в очередной раз отправляет он свою стаю на эту тропу. День, два, три, никто не возвращается. Ну да что ж такое? Идет сам, видит, все волки валяются дохлые, а один еще жив. Он к нему подходит, говорит, слушай, говорит, что ж такое? Что случилось? Кто вас всех перебил? А он говорит, люди, говорит, так вы сколько раз ходили на эту тропу? И все было в порядке. Он говорит, в этот раз это были русские. Давайте завершим наш митинг гимном ЛДПР. Придумал Владимир Вольфович Жириновский, впрочем, как и музыку. Всем спасибо! С праздником! Ура!